Айзея Рис. Показал, куда Диме нужно поставить заслон. Ангвай один, Ангвай. Вот когда один, он забивает. Первый промах случился с... Он наверху против Айзея Риза. Здесь Викторов против Джеймса. Не просто ему приходится. Посмотрите, прильнул буквально. И здесь забивает Тайлор Ангвай. Сложный мяч. 1-61. И Ангвай забивает в ответ издали. За Айзею Риза в этом нападении продолжает идти. 13 секунд на атаку, или Тайлор Ангвай будет решать. Давайте посмотрим. Тяжелый, средний. Дальний средний забивает. Ангвай. Лицевой линии ответную передачу получает. Это блокшотище от Джоэля Джеймса, который только что вышел на площадку. Быстрый прорыв. Завершает у нас Тейлор. Робертсона пошел под средний бросок. Нет нарушения правил. И Парму уже устремляется в контратаку. Сам пошел Ангвай и забил 2 очка. Сольный проход. Нотки низкого форума может забивать. Герасимов получает блокшот от Джоэла Джеймса. И сразу разворачивается контратака. Робертсона увидел Ангвай. Бросок сверху. Логическое завершение этой атаки. 4 очка к ряду набирают Парманды. Который выполняет сейчас свою непосредственную работу. Тайлор Ангвае! Вот от него трешка стабильная. Плутунов. С мячом. Передача на Тайлор Ангвае. Ангвае еще одна! Еще одна трешка. Вторая. Робертсон. Джоэл Джеймс. 5 секунд. Робертсон находит Ангвае. Тайлор! Попал! Тайлор Ангвае! Времени меньше остается, поэтому надо еще прибавить, чтобы совсем уж отставание свое сократить. Ангвае! Первые 3 четверти. Плутунов. Отскакивает Джоэл Джеймс. Павел Антипов. Не стали на нем фарить. Ангвае! 5 из 5 издали. Голом, даже переговорами с арбитром. Здесь Дмитрий Хвостов теряет мяч. Айзея Рис, Ангвае забивает сверху в быстром отрыве. Еще приближает. Забивает, может быть, не самое идеальное решение принял разыгрывающий казанской команды. Ангвае заставляет Ламири правила нарушить. 2+. В овертайме Айзея Рис отдает на Джеймса, но в итоге Данил Походяев мячом овладел. Ангвае забивает 3-очковый. 87-80. 2-30. Размахивал рук. Здесь он дотянулся и накрыл соперника. Хорошая передача и бросок сверху. Привет, 2023. Есть перехват и есть возможность быстрого отрыва, но нет. Упускают ее баскетболисты Автодора. Это алиуп на Тайлора Ангвае. Рядом с 24-м номером Астаны. И в атаке уже Парма парит. Ангвай, его дальняя попытка, еще одна. И, наконец-то, он ищет, кому отдать. В итоге Ангвай и тот проход со средней после остановки забивает. Это сложными. Сейчас Джастин Робертсон вряд ли будет куда-то торопиться. 8 секунд на атаку еще есть. У Парма алиуп на Ангвае. Тот забивает сверху. Уф, не поверь. Некомфортно и плюс 20 иметь. Возможно, какие-то эксперименты сейчас пробует Евгений Пашутин. Хотя на паркете находится, я уже говорил, самая оптимальная пятерка. И Джо, они свой среднесезонный показатель уже превзошли. Будин забирает подбор на своем щите. Ангвай идет в проход. Это все-таки не бросок сверху. Но 2 очка есть 2 очка. Он в игре в баскетбол 3 на 3, где он великолепно реализует свои атлетические данные, но в 5 на 5 не всегда это получается, зато Ангвае через руку 3 очка. Хорошо сражался, но все-таки этого не хватило. Посмотрим, чем ответит Парм. Ангвае, еще одна попытка со средней, удачная, но... Минск ведет мяч в игру за 14 секунд до конца времени на атаку. А тут вот вам, пожалуйста, так начинается у нас игра сразу же с данка. Это